Привет! Я хотела сегодня рассказать вам свои мысли про Ганон. Ганон идет рядышком с гаммами, рядышком с этюдами, рядышком со всем тем, что дает детям навыки быстрой игры на фортепиано. Я раньше думала, что ганоны как бы давать нужно детям старше там, 10, я бы сказала, даже старше 12-14 лет. Ну, как бы да, растяжки не хватит, и сил все это сыграть не хватит. Я глубоко ошибалась. Потому что, глядя на свою дочь, а я дала ей ганоны лет в 11, она не так легко в них вошла, как мой сын, которому я дала, наверное, лет в 5 ганон. Ну, самый первый. Знаете, когда вы даете вот ганон, и человек еще, в принципе, читать состояние играет, не умеет, но он разобрет там... Я, например, показываю не басовую октаву, а вот эту первую октаву, которая, ну, самая первая, да? До же он знает, и ми знает. Скачок. А потом пальчики пошли вверх. Вот этот скачок не сюда, а перенести. А потом вернуться. Опять скачок перенести. Вернуться. Перенести. И в этом каноне очень легко научить ребенка действовать кистью. То есть я говорю, что не пальцами нужно работать, чтобы чувствовать напряжение, а наоборот, начинать нужно с левой стороны, переводить правую, как качельки. И мы так и даже останавливаемся. То есть пальчики как будто спят. Ну, конечно, я не разрешаю им тянуться вот так вот. Я могу сделать на стаккато. В общем, на первом ганоне я делаю очень много упражнений. Я делаю с ними стаккато. Я делаю с ними одну руку стаккато. А потом вниз идет наоборот. Можно делать левое, правое. Он постоянно что-то себе выдумывает. Дальше можно сделать держать до, бежать, ре держать, ми держать. Это очень. Даже если не пробал, то вот так вот. Все равно это уже какое-то дает ощущение, что у них что-то получается и у них любовь появляется. Дальше можно останавливаться на не только на первом, а на пятом тоже. Опять, если не проигрываются пальцы, ничего страшного. Главное, что они знают, куда бежать. У них же, понимаете, когда они играют этот... У них же страх перед клавишами. То есть какую-то нажмешь не ту, туда нажмешь, палец не ту. А тут нет такого страха. Я говорю, беги. Я даже придумала игру, например... Ну, например, там может быть, там... Не знаю, какие-нибудь там пули летят. И тебе нужно подождать, когда перестается перестрелка, и ты бежишь. Все, сел. Опять подождал, когда пули летят. Тишина. То есть как будто ты между ними пытаешься. Или там между машинами. Машины едут, чух-чух, вот эти игры. Знаете, помните, как у нас были игры «Волк ловил яйца»? Он может тоже был понять. Тут это как раз яйца. Можно играть одну руку громко. Так-то левую. А можно вообще беззвучно играть. Вот я играю, да, вот получается одна рука ничего не делает. Не делает звук. То есть мы учимся беззвучно трогать клавиши. И вот на первом я сделаю из первого ганона целый ганон вообще сам по себе, чтобы у ребенка могла одна рука легато делать, другая стаккато, меняться. Можно сделать вот так, пунктир. Можно делать одна рука ровно играет, а другая пунктир. Я называю это хорси, лошадка. Короче, глаза ничего не смотрят, им не нужны ноты. Представляете, у нас проблема, что гамма нужны пальцы, в гаммах нужны знаки, в черне нужны постоянно каждые ноты. Как-то нужны позиции, что-то такое.
там думать. А тут ничего не надо. Выучишь ровно один такт. Например, дальше учим второй. Второй я уже не делаю там по всяким видам, просто чтобы они играли. Значит, я говорю, один, два. А потом, где пятый палец лежит, пятый нажимаете. Потом вниз, вниз. Я говорю, прям, мы не называем ноты. До, ми, ля, соль, фа, ми. Это не надо. Я делаю скачок. Потом пять. Вниз, вниз. Вверх. Вниз, вниз. И повторяем еще раз. Скачок. Пять. Вниз, вниз. Вверх, вниз, вниз. Теперь атре. Скачок. Пять. Вниз, вниз. Вверх, вниз, вниз. И так они играют. А потом выравниваются. Да, и потом с гономами так начинаешь. Играешь там, не знаю, там, медленно, да? Потом быстрее. Дальше. Они такие, как это так? Я говорю, ну я не знаю, какие-то magic powers. Еще. Еще. А, там уже не опускается. Ну ладно. Потом я говорю, ты когда бежишь? Как ты бежишь? Ты хочешь, чтобы на тебя висел тяжелый рюкзак или очень легкие кроссовочки и ничего не висело? Конечно, ничего не висело. Значит, убираем звук. Не играем громко, играем, ну, так вот, как будто вот трогаем вот травку. И много движений руками. Как будто мы загребаем. Я слежу за этими руками. Если я сижу онлайн, то я говорю, я не вижу твоих кистей. А заново. Пока я не увижу такой. Я говорю, можно двигать вот так, можно делать вот так. Как угодно, чтобы эта штука дышала. Если она вот так вот сидит, все, я это как локдаун. Все, как будто все, через там 2 минуты все будет болеть. А вот так черпаем, черпаем. Я говорю, смайли фейс можно сделать скуп. Знаете, как вот айскрим, когда мороженое сделаем так вот ложечкой, то же самое. Вот. А потом уже третий похож на второй. Вверх, вниз, вниз. Нет, в третий вот. Вниз, вниз, вниз. Вверх, вниз. Вниз, вниз, вниз. Вверх, вверх. Вниз, вниз, вверх, вверх. Это там четвертый вообще. Первый, третий. Второй, четвертый. Я закрываю глаза. Самое главное, а где останавливаться, я не знаю. А каким-то образом они чувствуют все, даже без совершенного слуха. Когда я показываю, как я играю, как так не могу? Ну, через там буквально вот момент, когда я показываю, им кажется, что это нереально. А потом, когда они делают, очень короткий, то есть там буквально 2 недели. Вот. И мы доходим до 19-го, 20-го почему-то я пропускаю. Вот эти вот. Я даже сама его не знаю. А потом приходим, когда они первые 19 уже хорошо играют, я добавляю, я говорю обычно, каждый день должен играть по 5 гамонов. Ты можешь прислать 1, 5, 2, 6, там, 11, 16. И прислай мне. Я их все не слушаю, я начинаю прослушать так, все слышно. Вот. И держим эти ганоны просто в руках, неважно какой уровень. Первый уровень, второй, третий. Просто все время играем эти ганоны. Вот. На нем как бы гаммы-то меняются, произведение меняется, а ганоны не меняются. Как выучишь, то все. И уже как бы чувствуешь себя королем с техники.